зараз з нами психотерапевт Євген Мосєєв. Доброго ранку, я вас вітаю. Доброго утра. Про що ми сьогодні з вами хочемо поговорити? Така тема є актуальна як для людей, які працюють, чи більше знаходяться в побуті. Критика. Що таке критика? Коли вона доречна? Часто люди ображаються, коли на них критикують. Або є такі заяви, що ну чого ти ображаєшся, бо я тобі намагаюся допомогти. Тому я бачу, коли з'являються такі суперечки, то напевно люди не всі розуміють, що є критика, і коли вона є корисна, коли немає корисна. Тому хочеться одразу спитати, от з точки зору психолога, що є критика, щоб люди розуміли, коли вони критикують, а коли ну, щось роблять інше. Ну, то есть сразу сказать, что прежде всего критика вообще-то такая полезная вещь, и впервые нас начинают критиковать наши родители. Причем в таком возрасте, когда это для нас люди ну, чуть ли не единственные, очень важные, и такая продуктивная критика, это вообще очень хорошо, и бывает, что это бесценно, потому что только близкий человек, человек, которому ты доверяешь, может тебе в глаза сказать что-то, что ну, как-то может быть всегда приятно. Вот, но действительно очень часто критика бывает неуместная, какая-то разрушительная, вот какая-то, или это может быть как бы по форме критика, вернее по содержанию, а по форме это оскорбление. І... А як розуміти, як, де критика, де людина намагається тебе образити і просто ховає свої образи під таку, знаєш, ширму критики? Ну це не тебе не ображається, я просто критикую, ти не ображаєшся. От як це відрізняти, коли людина дійсно критикує, а коли самостверджується, чи, не знаю, свій якийсь поганий настрій демонструє? Ну, здесь, получается, два аспекта. С одной стороны, нужно понимать, что если тебя как-то вот критиковали, но ты чувствуешь, что вот я оскорблен вот в результате, то нужно понять, либо это такая манипуляция со стороны другого человека, либо это может быть, ну, предположим, уязвленное какое-то самолюбие, потому что ну, вот, я критику вообще не приемлю. Здесь, конечно, так если чуть-чуть углубиться, то нужно понимать, что каждый человек, каждый из нас должен знать, насколько он вообще устойчив или вообще восприимчив к критике. Ну вот, спросить себя, когда последний раз меня критиковали, и было ли у меня такое чувство, что я думал, что да, действительно, вот как-то я с другой стороны на себя посмотрел. Или это было такое, что вот какая-то подкатывает обида, и, ну, какие-то эмоции, как вы смеете, там, вот в таком плане. То есть, какой вообще, как обычно, как правило, как стереотипно я реагирую на критику? Ну, у мене є свої маркери, за якими я вирішую, що є критика, а що є поганий настрій людини. Я зараз скажу свою думку, але мені цікаво, наскільки ви погодитесь чи не погодитесь. Це не важливо, я тут не просто сперечаюсь, мені просто цікава ваша думка. Був такий випадок, коли я їхав з Києва до Миколаєва і забув сказати водієві, що я виїжджаю за Варварівським мостом. У такому випадку треба було сумку класти спереду. Я цього не сказав, і коли він вийшов, каже: «Слушай, дорогой, ну почему ты мне сразу не сказал, что ты едешь из Варварівського моста?» И начинает мне нотации читать. Читаю нотации, але так доброзичливо, так спокойно, так, скажем так, без утрути, что я, чомусь я розумію, що мене відраховують, значить, але я не ображаюсь. Ось. Але люди, є така категорія людей, які можуть сказати те ж саме, але такими словами, що ти ну просто ну одразу ображаєшся. Ось, і для мене це такі маркери. Коли людина хоче тобі допомогти, вона якось такою інтонацією це подає, таку критику, що просто ну, немає ніяких образ. А коли намагається показати свій поганий настрій, то воно як голка тебе зачіпає. Ну, це моя думка. Може, я не повністю правий, мені цікаво. Ну, совершенно правильно. Я вот тоже вот, как-то думал о таком примере, что вот часто можно такое видеть. Где-то какой-то второстепенный перекресток, такое не очень оживленное движение. Человек переходит по переходу, проезжает рядом машина, останавливается, и водитель начинает кричать, что кричать с такой с подачей, куда ты там идешь на красный свет, и вот оскорбление, там, что слепой и так далее. То есть по факту вроде бы претензии, если брать вот просто так рационально. Просто ну, текст. Да, текст. Ну, вроде бы совершенно правильно. Красный свет — это опасно там. Но само по себе вот эта вот форма эмоциональная — это оскорбление. И здесь, конечно, нужно понимать, что у человека, видимо, ну, возможно, такой характер у него, такой темперамент, там, воспитание, какой день у него просто такой. Вот ему нужно было где-то вот это вот покричать. Конечно, это воспринимать как критику. Ну, то есть, для того, чтобы быть меньше всего по этому поводу страдать, нужно
то, что является... Это как защититься от критики, правильно? Да, да. То есть я на себя беру то, что... Я беру ответственность за то, что действительно, да, я пошел на красный свет, но действительно вы не имеете никакого права со мной так разговаривать. Ну и здесь нужно себя вести так, как человек обычно в такой ситуации реагирует. То есть есть люди, которые... Ну, как-то там, не знаю, просто стараются игнорировать и быть выше, то есть, ну, покричал там и пришел. Ну, и пришел, дали ничего. Да. Есть, конечно, люди, которые начинают как-то вступать в праведные какие-то споры, но это уже каждый сам себе решает, насколько что эффективно. Вот. А, ну, смысл в том, что действительно вот есть критика и есть какая-то вот надстройка каких-то эмоциональных вещей, которые могут быть оскорбления, может быть манипуляция, это может быть... В принципе, это может быть каким-то кокетством, может быть, даже какой-то флирт, когда вот... Ничего себе. Да, ну, когда вот, например, между мужчиной и женщиной, предположим, женщина критикует мужчину, таким образом как бы его так вот поддевает. То есть флирт всегда это, когда одной рукой вроде как бы притягиваешь, а второй отталкиваешь. Такая вот игра. Поэтому могут быть вот такие вещи. Тогда понятно, что нужно понимать, что эта критика, это... Во всем в этом послании критика это всего лишь как бы повод, и ну, она это не основное послание. А давайте розберемо окремо трохи тему, це відносини. Інколи не розумієш з обох сторін, коли тебе критикують у відносинах і кажуть, що я хочу тебе допомогти, я хочу тебе змінити, зараз ти станеш кращим, чи навпаки, я бачу, що у людини є якісь недоліки, але я не знаю, чи варто їй казати, що от У тебе є така проблема. От я от не знаю, не можу відрізнити, коли мої слова, хоча й правда може бути трохи прикрою, вона може бути корисна для людини, а коли може нашкодити. Тому я не знаю, коли можна казати правду, коли не можна. Коли можна критикувати, а коли ні. Може є якісь такі випадки, якісь конкретні якісь приклади, де дійсно от тут можна критикувати, тут не можна. Просто у плані тому, чи допоможе це людині, чи ні. Оце важливо. І інколи я не можу цей вибір зробити, чи казати правду, чи не казати. Ну, здесь, конечно, вот больше бы помогла какая-то конкретика, но в общем, в таких ситуациях как вот практически поступать? Можно, если я понимаю, что мне необходимо кого-то покритиковать, но я опасаюсь, что я могу человека как-то поранить. Ну, наприклад, сигарети курить друга половина, або хлопець, дівчина, неважливо. І чи варто це казати? Кинь палити, чи на щось нашла того? Воно... Возвращаясь к предыдущей теме, если я желаю просто вот сообщить о том, что я считаю, что это нехорошо для здоровья, то есть вот такие какие-то вещи рациональные, рассудительные, то здесь необходимо вот эту критику выразить как свою твердую позицию, ну, твердое убеждение, не позицию, убеждение, но сказать при этом это мягко, убедительно и без вот этой вот наслойки оскорбления. То есть это не должно быть... Ну, можно, например, это сказать так, как будто бы, что это будет звучать как какое-то морализаторство. Когда получается, что, ну, вот, вторая половина, ты ей вроде бы как начинаешь, ну, в родители набиваться. Але одного разу достатньо, правильно сказати? Один раз пораду дати, и все. Не варто повторювати, повторювати, повторювати. Тут очень важно, это же должен быть диалог. Вот один раз сказать, а что, какая будет реакция? Как будет реагировать? Если, предположим, человек может сказать... Да, ты знаешь, я давно думаю о том, чтобы бросить, но вот как-то я не знаю, как это сделать. И тут можно, ну, диалог идет строиться по линии того, как это решить вопрос. Может быть так, что это для меня там, принципиально, я все мои кумиры курят, и я не собираюсь от этого отказываться. Євген, наостанок хочеться ще раз повернути до цього питання, як захиститися від критики. Як я зрозумів, якщо підсумувати, просто показати свою позицію, взяти відповідальність за те, що ти накоїв. Я правильно зрозумів? Да, понять, что то есть, критика всегда оскорбляет в тот момент, когда я не понимал, что я делаю что-то, вот, ну, за что меня можно критиковать, и тут мне как будто бы укололи в то место, которое я не, ну, как-то не учитывал. То есть так, какой-то мой недостаток вскрыли, который я сам не видел. И здесь просто нужно вот, перестать обращать на эти вещи внимание. Ну добре, на цій ноті я пропоную завершити розмову. Я нагадаю, що в нас в гостях був Євген Лосєєв, психотерапевт.